Shalom Alechem. שיהיה דברי תורה ונשמת כל הנפלא מביא חלם הרמור תחם בן תמד וגם אביית הרדושים וגם נון בן רן הרוך שמהם גרן להצלחת הנצרות ופת עם ישראל פרשיים הלכות מזקון של הלכות ציצית נשניים הלכות תפילין להוריד הלכה מצוות עשה מן התורה לקשור תפילין מצווה פטורי פביליטינת מצווה завязать тфилин на руку и положить тфилин на голову, как написано в Торе, «Укшартам леот аль ядеха, ваю летотофот бененеха», и завяжи как знак на свою руку и положи как знаки на, между своими глазами. То, как мы знаем, у нас тфилин на руке один квадратик, на голове четыре отделения. Поэтому на руке один знак, на голове написано несколько «бененеха» между глазами. Хамин говорят, у человека здесь есть третий глаз, которым он думает, которым он решает. Это где написано «Бен Энеха». И хамин говорят, у мицвы тфилин есть огромная мицва. И человек, который не одевает тфилин, он считается «Поше Исраэль Бегуфам». Он называется «Вероотступник», или который идет против Всевышнего, не дай Бог, всем своим телом. Кроме этого написано так. Написано в Шулхан Арух, каждый, кто одевает тфилин, удлиняются дни его жизни. То есть, кто одевает тфилин, жизнь у него будет длинной. Почему написано «Ашем алеем и пью»? Написано «Всевышний на них, они будут жить». То есть, человек, который несет имя Всевышнего на себе. Как можно нести имя Всевышнего на себе? Если мы одели тфилин, 21 раз на руке, 21 раз на голове написано имя Всевышнего. Поэтому человек, который несет это, его дни удлинятся. Кроме этого написано, гарантируется человеку, который одевает тфилин, что он бен олам аба, что у него есть олам аба. И также гарантируется, что огонь гейнома его не возьмет. Его не сожжет, не дай Бог. Дальше. Вторая лаха говорит, по мнению Мекубалим, по Кабале, человек сначала должен благословить все утренние благословения и благословения на Тору, и только потом одевать тфилин. Третье. Также в Зоре Парашат Ваетхана написано, что большая хвала тому, кто одевает свой цицит и тфилин дома, и из дома приходит в цицит и в тфилине в синагогу. И перед тем, как зайти в синагогу, он говорит пасук из 5 главы Тейлима, 8 пасук, который нам сделал здесь Мурайосеф Лирнишмат, своего отца и матери, как написано, «Ваани беров хаздеха, або бетеха». Нужно встать около мезузы и сказать, «А я по большой милости твоей приду в твой дом». Эштахаве, как говорим эштахаве, мы поклоняемся. Я поклонюсь элехал кочеха биратеха, поклонюсь твоему святому эхалю, арона кодеш, в страхе и трепете перед тобой. Человек же, который не заходит в синагогу, в цицити, в тфилине, этот пасук не имеет права говорить. Поэтому мы должны прийти из дома, или мы одеваем цицит, тфилин при входе в синагогу, чтобы с тфилином и цицитом сказать этот пасук. На минха мы говорим без цицита и тфилина, там нет мицвы цицит и тфилин. На минха мы говорим, да. И заключительная аллаха на сегодня. Якдим мицва говорит, что перед тем, как одеть тфилин, мы должны облачиться в цицит. Поэтому человек, который достает из своего мешочка цицит и тфилин, должен быть внимательный, чтобы сначала вытащить цицит, сказать на него благословение и облачиться в него. Но если он по ошибке вытащил мешочек с тфилином, то сначала должен надеть тфилин. Должен надеть тфилин и потом одевает цицит. Почему? Потому что мы не перепрыгиваем через мицвот. Эта мицва попала мне в руки, я должен ее исполнить. Поэтому, когда мы сейчас, после молитвы, укладываем тфилин, нужно поставить их правильно, чтобы завтра, когда я буду их одевать, сначала я взял цицит, а потом тфилин, как полагается по Аллахе. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.